Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, знакомиться с их автобиографией, если эта автобиография есть в интернете. Эндрю Сальгада, канадский художник, который работает в Лондоне и выставляет свои работы по всему миру. Я пользуюсь данными его сайта и какими-то данными из интернета. Родился в 1982 году. Его картины представляют собой крупномасштабные портретные произведения, которые включают элементы абстракции и символическое значение. Эндрю Сальгада получил степень бакалавра в Университете Британской Колумбии в Ванкувере в 2005 году и окончил со степенью Колледж искусств и дизайна Челси в Лондоне в 2009 году. Живет и работает в Лондоне. Получил широкую известность как в интернете, так и в печатных изданиях. Его сюжеты изображены в фантастических, часто зловещих картинах, где художник использует своего рода визуальный избыток, который разворачивается на окрашенной поверхности, уступая место гармоничной какофонии, похожей на хаотично организованную головоломку. Работы в значительной степени основаны на его любви к литературе. Часто делает пожертвования различным международным благотворительным организациям. Но так вкратце, данных практически никаких нет. О канадском художнике, который работает в Лондоне и выставляет свои работы по всему миру, Эндрю Сальгада. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.